Это еще одно новое видео от канала Joint Sick, и опять эта площадка. Ну вот, вы видите, тут как бы барьер какой-то есть. Там вот скамеечка, чтобы посидеть, посмотреть. С другой стороны тоже. Но, как вы поняли, это площадка для занятий. Тут, скорее всего, можно делать под наклоном 45 градусов упражнений на пресс. Здесь лесенка. Тоже я на ней как-то в другом месте занимался. Здесь вообще турники. Здесь тоже для подъема ног, для пресса все. Это кольца. Вообще очень классная вещь, конечно, на кольцах позаниматься. Так, ладно. Вот здесь, по-моему, еще есть канат. Как от Брэдшоу. Шутка. Ладно. Вот только уже, походу, ушатали. Видите? Ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Его, как говорится, вернем обратно. Так, ну вот. В принципе, я вам сейчас дам осмотреть всю площадку. Отойти подальше от нее. Чтобы вам было более понятно и видно, что она себя представляет, да. И вот последняя часть этой площадки. Вот. Вот эти тоже турники разных уровней. В общем, все. Ну ладно. Ждите новое видео на моем канале. Буду стараться каждый день выкладывать для вас, мои любители моего видео. Все, пока.